Что это? Тупой угол, да. Острый угол написала, она вообще что ли дундук? Всем привет, дамы и господа, с вами Кузака. Я сегодня играю в Roblox. И у нас режим математические гонки. 8-4. И как там? Как там это? Давай, строимся. Отлично, хорошо. И кто-то там, по-моему... А, ну вот, мы ждем их просто, да? И, по-моему, вот это сейчас проиграет у нас. Хорошо. Лава поднимется на 2 балла. Пока что у нас легкий уровень, поэтому мы здесь просто берем вот так вот. Я, по-моему, первое место взял сейчас, друзья. А как он так поднимается? Интересно, почему он выше нас? Критичка. Окей. Следующий у нас балл, интересно, какой будет. Будут сложнее предметы? А, ну, наверное, вот со следующего уровня. Кто-то там неправильно нажал у нас. Ну, конечно же, ноль это будет. Да. Вот так вот. Ты смотри, во, мы выровняли с ней. Видимо, это как раз кто быстрее нажимает, тот и дальше всех проходит. Отлично, все, победа? А, нет. Хорошо, я готов еще. 3-3, 0. Отлично, просто вообще супер быстрый. Друзья, ставим лайки за то, что мы сейчас на первом месте. И не ответил. Там кого-то уже сожгли, кстати говоря. 9, 10. Отлично. Ну я просто вырос уже в отличие от них. Надо прям отвечать быстро здесь. Поэтому только так здесь можно победить. И будет ли конец у этого испытания? Я хочу, чтобы все сожглись. Лава поднимется на 8 блоков. Нифига себе. По-моему, я на втором месте теперь. Ну-ка, давай посмотрим, потому что я чуть-чуть пробафланил. А, я на третьем даже. У нас вообще, смотри, в миллисекунду. Вот это круто. Лава поднимется на 8 блоков после этого. 0. Отлично. Лиза, ты чё отстала? Капец, сейчас вот этих пацанов очень может очень хорошо сжечь. Лава поднимается, им-то вообще капец. Ой, он вышел. Ладно. А тот сдался, чел. Видимо, захотел первое место получить. Мне интересно, что мне дадут за первое место в этой игре. Давайте, пацаны, сожгитесь уже. Я прямо хочу, чтобы вы сожглись. О, капец, они прям рядом с Лавой. Ну, мы очень высоко поднялись с вами. Если вы играли в эту игру, насколько высоко вы поднимались? Выше, чем я или нет? Мне кажется, я очень высоко уже заперся. А они еще живут каким-то образом. Мне кажется, после этого раунда кто-то из них сейчас просто покинет эту игру. Давайте смотреть на них. А-а-а, лава поднимается. Ну-ка, живите. А, 3, 4, 5, 6. Отлично. Здесь, то есть, уже пошли другие математические предметы. Пацана чуть не сожгло, просто капец. 10 минус 8, 2. Отлично. Ну все, мне кажется, Владик там просто сейчас Вадик попадет. Он еле-еле прям держится. Болеем все за Владика. Хэштег Владик живи. А-а-а, все. Владик купается, злобный терминатор во второй части. Что? Округлите до ближайшего числа. 2, конечно. Владик, голова торчит, но он еще жив. Капец, мы долгие. 3-4 секунды читали. Это все, Владик испарился. Ушел. А Лиза еще жива, нифига себе. Все ясно, кто математику в школе не прогуливал. Какая у вас, кстати, по математике оценка? Напишите в комментарии. У меня вот всегда были тройки. Вот иногда четверка, вот в 9 классе как-то вышел. Так, 13. Даже Лиза меня, по-моему, сейчас обыграла. Впервые за долгое время. Она прям держится. Да. А кто на первом месте? Я не понимаю. Алло, кто это такой? Лиза жгет! Капец. Округлите до ближайшего числа 8. Ну, мы прям держимся. Все, Лиза, по-моему, сейчас очень жестко началось с лавой дела обстоять. Ой-ой-ой, ее сожгло. Все, я победил, по-моему, да? Да! Yeah, друзья, мы самые ученые с вами сегодня. Вот это да. О, давай жесткий, погнали жесткий, реально, потому что это было легко. Вот это очень интересно. Давайте, самые жесткие пацаны, мы будем вообще по жести сейчас здесь отыгрывать. Победы 4 там у Лизы, нифига себе. Ну что ж, встаем на свои коморочки. Сейчас будет, по-моему, по жести. Лава поднимется на один блок. Что? Что это такое? По-моему, это 9. Да.
Отлично. Я даже чуть-чуть повыше, самый первый успел. Вот это уже что-то прям сложнее пошло. Чё, будете жить, пацаны? Мне кажется, сейчас все будут жить. Да, их немножко так лава подхлыстнула. Ну ничего. Что? А почему на английском? 18. Куда? 81. Я не успел. Я не понял. Ну точнее, я понял, там 81 надо было отметить, по-моему. 40 разделить на 4, да, 4, отлично. Но мы должны этого пацана победить. Я немножко испугался английского языка в тот раз. Вот так-то. Мы должны, друзья, мы должны победить. Лава поднимется на 3 блока. 10 в квадрате, 100, конечно. Отлично. Его, конечно, будет сложно сейчас обыграть, потому что я один раунд что-то просто пропустил, не нажал там вообще ничего. 5 в 6 степени, это что? 33%, 20%. Использовать, да. Мы выровнялись зато. Еле-еле, да выровнялись. Все попытки просто испытали. Сложные здесь примеры есть, но это 7, конечно. Отлично, мы с ним наравне, но он чуть-чуть повыше. Там уже, наверное, кто-то сжегся. О, здесь плюс 10 блоков есть, нифига себе. Что это? Тупой угол, да. Отлично. Здесь и геометрия пошла, друзья, то есть это уже больше 7 класса. Острый угол написала, она вообще, что ли, дундук? Лиза, как она, блин, там сколько раз победила, я не понял. 8 в квадрате, 64. Все, я наконец-то начинаю лидировать, или мы наравне с ним до сих пор? Вот это прикольно. О, это я, кстати, это я-то на первом месте. Да-да, это я. Ха-ха. Лава поднимается. На 5 блоков после этого раунда. 7 в квадрате, 49. Вообще что-то пропустил, дундук, блин. Не знаю, сколько это будет. А я думал, он вообще прокачанный чел, я его сначала испугался. Но все, я уже просто в отрыве танцую. Вон там вообще, это все мои. Ребята, это мой концерт. 1, 10, 10%, да. Это просто математическая гонка. Ну, лава душит, лава душит. 2, 5, 8, 9, 10, 11. Ну... Да, то есть на 3 здесь просто увеличивается, поэтому 11, понятно. Но вот на жестком уровне реально сложнее. Лиза, по-моему, утонула. Очень много утонула, мы втроем остались. Вот это да. Лава поднимется на 10 блоков. Что? Я не могу ничего нажать. Лиза смогла ответить, блин, как она ответила, когда она там не ответила, 7 в квадрате. Видимо, прожала на бесконечные свои эти штуки. 3, 9, 27, 81. Я не знаю, почему 81, но я просто подумал, что так будет верно. Отлично, они там сравнялись. Лиза, возможно, сейчас даже второе место возьмет. Вот это мне игра прям нравится. Здесь не надо тыкать, не так 4. Ну как бы тыкать надо, но ты здесь, по крайней мере, думаешь, а в некоторых играх там просто ты выполняешь одно и то же действие, и там просто на донате игра, а здесь ты получаешь какие-то эмоции и смотришь на то, как люди соображают, и сам как ты соображаешь, потому что я вот уже давно не решал никакие примеры, это 3. Ну мы с вами забираем вот прям вот конкретно здесь. Ну понятно, понятно, друзья, я уже школу закончил давным-давно, мне 23 года, и я играю в Roblox, поэтому математика для меня здесь, я просто подкован в этом дерьме. 25% это 1/4. Все, вторая победа, друзья, да, вот такой я крутой черный эмо-бой. Крутая игра, мне сегодня все понравилось, друзья. А с вас лайки и подписка на канал, и на канале будет больше Роблокса. А также вы можете играть вместе со мной, ник вы видите. И заходите в мой Дискорд, чтобы я вас оповещал, когда я играю в Роблокс. Всем удачи и всем пока!